Друзья, всем доброе летнее утро. Вода 24 градуса. Вчера было 25. Поехал я вниз по реке километров на 80. Но иду вдоль берега, как бы, ну, рыбы нету. Вообще пусто. Ни белой, ни красной. Короче, вчера вот находил рыбы очень много. Судака стайного прям кучами стоял, но он не брал. Но у меня цель здесь пройтись, посмотреть. А вообще иду в протоку. Ну, собирался в протоку. Сейчас просто здесь гляну. Я здесь осенью ловил. Ну, нехорошо, но ловил. И судаки хорошие были. Сейчас пройдусь. Вон малек играет, сейчас посмотрим. Ну, в целом, погода нормальная, мошка есть, пауты летают. Как бы все в целом, все стабильненько. Коряк новых не вижу. То есть, ну вот что-то слева нарисовалось в углу вот. Но это нет. Похоже, но не судак. Ну вот тоже похоже на щуку, но больше на палку. Я вчера видел, как щуки хорошо вырисовываются. Хорошие две штуки стояло, вечером вышли, но встал на точку, то есть на них кидал, швырял, ничего никак. Потом прошелся с эхолотом, куда-то ушли. Ладно, сейчас пройдусь, посмотрю. Вон коряшка как раз, вон до той коряги. Никуда не смыло ничего, то есть, блин, вроде вода здоровенная. А коряк никаких не намыло, или наоборот смыло. Ну, что-то есть маленько, белика какого. А, ну вот бель пошла. Бель коряги. Ладно, сейчас посмотрю, что интересное будет, найду, покажу. Мелковат. Угу. Одинаково здесь. Когда три крючка берет, это все. Это очень сложно достать. Зато не сойдет. Ух ты, как ударил, вообще жестко. У меня там тоже поклевка такая мощная была, жесткая. Это такой покрупнее. Ну да, чуть крупнее. Я уже расстроился тоже, блин. Пролазил. Уже как бы выходить собирался из заливного. Смотрю, котел. Ну как, малька бьет. Все, я сразу. Опа. Тык-тык-тык, удар. Ага. Ух ты. Ух ты. Друзья, ну это здоровый. Это-то уже хороший горбачело. Такой приятный. Ну, уже солидный. Опа, удар.
чуть. Ну, все. Уже покрупнее. Ну, сопровождай, главное. Ой, блядь. Сошел. Фрикцион надо ослабить. Сошел. Угу. Да, сейчас покажу, что у него изо рта выпало. Где-то там. Ну, о, друзья, смотрите. Малечек. Выплюнул. Причем уже у второго, думаю, первый раз показалось. О! Вон здесь кипят. Друг за дружкой идут. Вон они, нифига их там штук 6, наверное. Да такие неплохие. Берет-то жадно. В этом году, походу, окуня будет нормально. Развелся, воды прилично было. Ух ты, сразу, блин. Шандарахнул. Вон они идут. Интересно. О. Ну там вообще сзади тоже где-то вот щуки нету, странно. Ух ты, я уже думал, проводка пустая будет. Да что ты, блин, чуть покрупнее сход. Второй хороший сошел, ё-моё. Чуть покрупнее сразу сходит. Толкнул, еще раз толкнул. Блин, у меня мухи, но они есть, но не привязаны. Здесь, наверное, мелко не получится. Траву цеплять какую-нибудь. Так можно было, конечно. Опа! О, тут как он. Кто-то подсел. Хороший. Угу. Приятный. Вообще здоровый. Такой здоровый. О, это ясь, друзья. Неплохой язишка. Подсак, как правило, убранный. Короче. Давай, ясь. Смотри-ка, что видит подсак. Фига, ясь. Вот это ясь. Вот это изяра. Ой, смотрите, какой хороший. Уф, жирный. Толстый какой. Такой вот килограммчик. Килограммчик изюк. Прикольно. Да, вот я все изя хотел половить.
расколотку сделать. Все никак не попадаю. Ни людей на этих. Все, что ли? Да, и это прикольно тащить даже. Сашка, блин. Сегодня ветер хоть нормальный. Пустота, друзья, взял я щуку огромную. Еще парек такой маленький. Вижу, окунь плещется. Он с другой стороны кустов. С другой стороны. Ну, сюда идет. Блин, меня как-то отнесло по-дурацки. Маленько неправильно встал. Надо было с той стороны. Ладно, сейчас перееду. Кусты кипят. Туда не забросишь. Щучку еще одну поймал, маленькую отпустил. Вот он. Ну. Ты смотри. И? Сначала-то. Блядь. Ух. Не метра штука. Сначала-то брал жадно. Я ему поднаелся уже. И уже не так берет. Тыкает, тукает. Ну, может, мелкий просто что. Стукает. Ну, двоечка стоит. Куда меньше-то. А меньше нет. Так, шнурки сопровождают мелкие. Короче, стаю гоняю. Уже заколебался переставляться. Вот такие, блин, три крупных было. Это грамм по 500. И вот они сходили все. Три штуки сошло крупных. Вон они гуляют. Вон, кипит. Никто не прокинешь. Ничего. Я так пытаюсь добросить.
но они, как правило, там, если мелкие, сопровождают только. Идут штук по 6, там, не знаю. Ну, один тюкнет, но не берут. Туда бы в котел, в сам. Понятное дело, что там будет клевать. Без разбора он там шары выпучил. Я так уже блесну отцеплял. Ну, так пока лажу по кустам. Езей больше не было. Обидно. Нельзя, хочется половить. И так вот больше нигде не слышно, чтобы хлёпал в одном месте. То ли он уже на выходе. Трется здесь. То ли уже вышел. Ух ты. Он опять на той точке стал. Тут плюх хороший был. Да. Щучка, блин, заглотила. Хорошо, все. Сейчас буду цеплять. Щуку отпустил, опыт не взял. Блин. Кацанги без земли оставил. Как дурак сейчас ключом этим, блин. Ну, такой окунь хороший. Каких приятно ловить. Еще одна щука, друзья. Ой, блин. Какой злой щукарь будет, видишь? Тихо. Хороший, крупный щук. Да. Атакует же еще. Красавчик. Вырастет, но злой будет. Вот опять поклевка была. Все, отгулялся окунь. Время 11. Спрятался в кусты, нажировался. Может, пораньше надо было сюда. Да, в принципе, нормально, я приехал. Так, возле носа, если водить, он еще берет. Профессиональный заброс, блядь. Ветер поднялся, ё-моё. Друзья, закончил рыбалку. Ну, вот такая вот рыбалочка. Ветер поднялся. Какой-то северо-восток, либо вообще юго-восток. Непонятно, короче, то ли запад. Ну, короче, какой-то с правого берега дует, реки. Все, закончил, поехал домой. Вот так вот. Клев прекратился. На реке особо делать нечего. Зря ездил далеко. Наверное. Может быть, и дома больше поймал. Ну ладно. Всем счастливо, всем пока, всем натянутых лесок. С вами был канал Рыбалка в Сибири.